Re, viss ēters ir te. За минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 12 новых случаев заболевания COVID-19. После антирекорда по числу заболевших накануне, можно сказать, всего 12 случаев, при том, что проверено были 1024 человека. Это значит, что положительных было всего чуть более 1% тестов. Это почти в 2,5 раза меньше среднего. Последний раз такой относительно небольшой прирост заболевших наблюдался в Латвии 21 марта. Общее число пациентов с подтвержденным COVID-19 сейчас составляет 458. В больницах находится немного больше людей с COVID-19. Сейчас их 32 человека. Но в тяжелом состоянии по-прежнему остаются трое. Те же самые, о которых уже сообщалось. Но какие у нас новости? В середине апреля мы ожидаем появления быстрых тестов. Они будут выделяться странам согласно квотам. Этот тест позволит в течение 45 минут установить, есть у человека коронавирус или нет. Сегодня стало известно, что заражение коронавирусом констатировано и у 4 человек в Центре социальной опеки в Элее. Сейчас с этим центром работают эпидемиологи, обобщая информацию о контактных лицах зараженных. Работники – это или клиенты. И в соответствии с этим будет решено, насколько широкими будут карантинные мероприятия. Отмечу, из 4 заболевших COVID-19 трое – сотрудники центра и один клиент, у которого проявились симптомы коронавируса. У работников центра болезнь не проявлялась, хотя анализ показал, что они заражены. Завтра в учреждении будет проведена дезинфекция, так же, как и в детском саду Каменейта, который расположен в одном здании с центром социальной опеки. В самоуправлении решили закрыть дошкольное учреждение на ближайшие 2 недели. Анастасия Дьяконова, Сергей Герасимов, Латвийское телевидение.